Хорошо. Я готов. Говорите прямо, док. В чем дело? Итак, у меня хорошая новость и плохая новость. Давайте хорошую. Ты не умрешь! А теперь плохая новость. У тебя люди! Людьми? Я заражен людьми? Это самое худшее, что могло произойти. О боже, о боже! Ага, их около 7 миллиардов! О боже, 7 миллиардов людей? Вот крутишься, вертишься, тебя все равно сбивают с толку. Я не хотел тебе это говорить! Но они добрались до твоих океанов! Океанов? О, нет! Я умру, док. Ой, да успокойся. Курение — это еще один симптом людей, как и истощение запасов нефти и раздраженной кожи. Этим людям и так хватает болезней. Они очень агрессивные. Одни из самых жестоких и опасных созданий Бога. Да-да-да-да-да. А как от них избавиться, док? Ну, они и сами могут сдохнуть, но это займет пару тысяч лет. Но мне нужно сейчас. Я хочу крутиться и вертеться вокруг своей оси вместе со своей любимой женой, Луной. Все будет хорошо, милый. Существует экспериментальное лечение, которое позволит избавиться от людей. Какое? Скажите, я все сделаю. Мы возьмем огромную глыбу и бросим в твою рожу так, что он выдавит всех оттуда. О боже. Правда, тут тоже есть свои риски. Что за риски? Ну, Брюс Виллис и его шайка синих героев могут подлететь к глыбе и взорвать ее до того, как она долетит до тебя. Звучит ужасно. Я не знаю, док. Я не думаю, что смогу все это вынести. Я могу подождать несколько лет. Все наладится. Хорошая идея. И вот что еще. Люди, это моя ошибка. Даже поверить не могу, что я их вообще создал. Я был тогда на вечеринке и создал их. Like, share, die, I...